Mikhail Lermontov was a famous Russian poet and writer of the 19th century. His poem Motherland is renowned for its deep patriotic sentiments and love for the homeland. This poem showcases Lermontov's admiration for the natural scenery of Russia and his profound affection for his motherland. Рассудок мой, не слава, купленная кровью, не полный гордого доверия покой, не темной старины, заветные предания не шевелят во мне отрадного мечтания, но я люблю, за что не знаю сам. Степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее подобные морям. Поселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревьев. Люблю дымок спаленной жнивы в степи ночующий обоз, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой многим не знаю, я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. И в праздник вечером расистым смотреть до полночи готов на пляску стопанием и свистом пьяных мужичков. Люблю дымок спаленной жнивы в степи ночующий обоз, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. И в праздник вечером расистым смотреть до полночи готов на пляску стопанием и свистом под говор пьяных мужичков. The word forward translation is in the video description. Thank you for watching.